помните, что пульс... Вот, вот у нас идут восьмушки, а что внутри пульсируют шестнадцатые. Причем не какие-нибудь шестнадцатые, а сверхнапряженные. Это и есть жизнь вот этого, то, что я называю незвучащим континуумом музыки. По-горячему, пауза становится энергетически еще не более значимой, чем само звучание. Потому что внутри идет постоянная незвучащая пульсация шестнадцатых, мелкими длительностями, то, о чем я говорил. И вот на основании этого идет... Очень важно, что, например, как вызывает... Я никогда не сыграю это мелизм. Если во мне не будет существовать незвучащая структура музыки. Вот взаимодействие звучащего и незвучащего, незвучащее как временной пульсирующий поток, который на себе несет звуковую конструкцию, но не просто несет, взаимодействует с ней и даже конфликтует с ней. Вот что принес Гульд и то, что осознанно было, только как...